Hey guys, how are you doing? Giveaway silver and gold. Subscribe to the channel, like this video and write a comment with your ID, platform and version of the game. Приветствую, бойцы! Можете получить золото и серебро. Для этого нужно оставить комментарий с вашим ID, платформой и версией игры. А сегодня в этом ролике решил поприкалываться. Поиграем на терминаторе, так скажем, да, Т-1000. Поставил, естественно, пулеметную сборочку, прокачка 11 левел. Модули купил ему за 1200 голды, то есть раскочегарил его практически по полной. Все должно быть по красоте, но, думаю, играть он не будет. Так, визуально он красивый, а вот с играбельной точки зрения, думаю, будет не очень хорошо. Но давайте посмотрим на него в бою, возможно, я ошибаюсь. Так, взял нашего Т-1000. На правом фланге все спокойно, не все спокойно. Я вижу, работает, орудует самурайчик на самонаводящихся ракетках. Так, по способностям. Ускоряемся и бежим за маячком. Ну, визуально он выглядит красиво, устрашающе. Главное, чтобы меня не атаковали. Но энергобарирование восстанавливается очень медленно. То есть, если вы нарветесь на артиллерию, нужно убегать. Если нарветесь на самонаводящиеся ракетки, вот допустим, как сейчас, нужно разрывать расстояние. В атаку идти ни в коем случае на ракетке нельзя. А что делать? Как быть? А почему враги маяки не захватывают? Интересный получается бой. Сейчас вижу, самурайчик страдает. Очень сильно страдает. Так, ракетки у меня работают на 400 метров. Причем дальность увеличена за счет модуля. А, все, бояться некого. Ускоряемся. В общем, очень быстро кидаешься способность ускорения. Я практически всегда бегаю как угорелый 80 км/ч. Так, дайте пострелять хотя бы. Вот только способность отработала ускорение и опять уже откадышилась. Ну давай, 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 давай. Моя команда всех поубивала. Вы что, смеетесь что ли? Ноль. Киберсоник, YouTube, ноль. Дайте немножко пострелять. Дробовики уже стреляют, а мои пулеметы нет. Вот. Стрельба из всех вооружений. Верхние, ниже слоты вооружения. А, ускоряемся. Так, отлично. Давай, заливаем, заливаем. Идем на размен, на жесткий. Бой заканчивается. Нужно заливать дамаг. Ого, меня сливают. Не-не-не-не, сливаться я не хочу. Так, кто-то сзади образовался у нас. Ну, энергобарьер отлично сливается. Так, когда будет верхняя обойма пуста, я подключу нижние слоты вооружения. Поменяю. Меняем. И работаем, продолжаем. Угу. Ой, и меня растоптали, раздавили. Так, возможно, карта была неподходящая. Или, как я и говорил, с визуальной точки зрения робот интересный, красивый, а боевая эффективность его нулевая. Вы в бою видели данного терминатора хоть раз? Ну, наверное, если и видели, то только и у меня. Его никто не покупает, никто на нем не играет. По крайней мере, я в рандомном бою, когда просто играю, там, не ютуберы, потому что другие тоже есть ютуберы, которые скупают, допустим, и чтобы контент был, да. Спасибо разработчикам, мне дают, мне скупать не надо. Это жирный-жирный плюс. И вам интересно смотреть новых роботов. И мне хорошо, деньги свои тратить не надо. Ну и что? Хана тебе. Ты что, растоптал моего терминатора? Отлично. Бам-бам-бам. Всем спать. Давай. Яма чудит, конечно, не по-детски. Так. Рывок в сторону. И враг приземляется на пустое место. Энвиз. Улетели нафиг. И враг улетел. Так, кто меня тут долбит? Это самурай, да. Самурай, имбец еще тот. Более спокойный, уравновешенный. Но имбовать может просто охрененно. И опять кто-то хочет мне приземлиться на голову. Чего тебе плохого сделал? Подумаешь, пора убил. Победа. Полетели, следующий бой. Так, второй бой. Шиноби прыгает за маяками. Ну давайте не будем другу мешать, я побегу на центр. Хотя, возможно, лучше бы я пошел в безопасное место налево, а он пошел бы в опасное место на центр. Потому что у него бесконечный энвиз имеется. Так, ускоряемся. Опа-на. Ямабуши. Ну, я думаю, с Ямабуши мой терминатор точно не справится. Энергобарьера у меня уже нет. По мне работала Ямабуши. Какой-то там бегемот или кто это там. И самонаводящиеся ракетки. Ну, давайте вот так сделаем. Активируем все слоты вооружения. И по Ямабуши постреляем.
Ни хрена себе! Вот вы что? Чего? Вы что такие злые? Так. Давайте возьмем огнеметчика, что ли, и подожгем их. Горите им уши. Давайте, устроим им пожар. Поджар. Так, прожарку им сделаем. Жесткую. Пожалуйста, не умирай. Нифига наши умирают. Не умирайте, брат, бойцы. Я не хочу оставаться один. Так, яма отступает. Ага. Она поняла, что у меня огнеметики имеются. Так, мы резко просто теряем в темпе вальса все нафиг маяки. Ну что, отдаем ему буши, что еще могу сказать-то? Так, он стеночкой прижался, отличненько. Рывок. Что-то паренек немножко лагает, отлично, резко прыгаем, прыгаем на маячок. Ладно, уже идем. Так, тебя давай тоже мы изничтожим. На маячок залазим, японский квадрокоптер. Ну, работаем по физ-щиту. Физ-щит полностью блокирует огнемет. Это не во мне ракетное вооружение. Урона по площади нет. Рывок, 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 рывок. Отлично. Но огнемет когда лопнул, а он лопнет быстро, потому что огнемет очень мощный, то тогда уже неимоверное количество дамага будет заливаться именно во врага. Ни одного маяка у нас нет. Подбор как-то немножко подвел. Я уже не на врага приземляюсь, а на маяк. Вы что такие жадные? Отдыхай. Угу. Отдыхай. Один маяк всего лишь у нас. Всего один маячок. Ну и давайте на левый фланг быстро в темпе вальса. Ну, парни, ну так же неинтересно, блин, а. Надо же воевать, а не по маякам бегать-то, а. Это же скучно. Скучная победа у вас будет. Ну, с точки зрения фарма ресурсов, конечно, хорошечно. А ты что там забыл? Ни одного маяка нету, он лазит по вражеской базе. Че он там лазит? Офигеть. Че такие мертвые, а? Так, захватили левофланговый маячок. И по идее сейчас надо способности поберечь, потому что сейчас будет битва. Ага, поберегешь способности. А вот уже и битва. Угу. Так. Отступаем нафиг. По мне заливают все, кому не лень. Угу. Так, у меня еще один яма есть. Одна яма. Парни вообще не поняли, это игра или калькулятор, или денди, или что. Не понимают, что здесь надо делать. А здесь надо маяки брать. Я вот стреляю и одновременно двигаюсь к маякам. Вот стою на маяке. Так, у нас сейчас будет опять два маяка, наверное. Очень сильно надеюсь. Помогай, помогай, по мне сзади заливают, знаю, знаю, знаю. Там где-то яма какой-то. Вот он, яма. Чудесный раз, чудесный. Так, маяк захватил. Так, работаем. Самурайчик лопнул. У нас опять забрали маячок. Наглый-принаглый ямабуши. Возвращаемся домой. Трачу все способности, что делать, в принципе, противопоказано. Способности нужно тратить только во время битвы. Битвы экстрасенсов, экстрасексов. Угу. Сейчас, естественно, я в проигрышном положении. Давай, давай. Угу. Ну, я вот вас надеру вам задницу в следующем бою. Ой, надеру. Давайте запомним их. Леонардо там какой-то. Сейчас посмотрим итоговую табличку. Вообще просто оборзели. Берега попутали. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Так, берем тетрадь, записываем. Черную, черный блокнотик, записываем. Леонардо какой-то там. Это Квин Хрин, не могу это произнести. И Барретт. Возможно, даже два затащили бой, судя по статистике. Бегали как сумасшедшие, захватывали маяки. Наши тоже бились, но маяки не захватывали, им это не надо. Ну, это, в принципе, проблема всех онлайн-игр. В безопасном месте я приземлился, смотрим. Вот он, Леонардо, отлично. А вот этот вот Квин Хрен играет за нас. Блин, я его убить не смогу. Так, вижу, нужно убить Эльзера на левом фланге. А, опа, и не только Эльзера. Работаем, само это, смог, в сторону, в сторону. Я уничтожаю энергобарьеры. Помогаю, нет, хотя бы тебе чуть-чуть.
Так, меняем слоты верхний и нижний. Ни хрена я ничего не помогаю. Да, слабо, очень слабо, очень слабо. Короче, ускоряемся, давайте пойдем захватим правый план. Я, короче, со своим терминатором, по-моему, тащу команду вниз. Его вообще не то, что брать не рекомендуется. Нельзя брать, по-моему, вот... Из-за него мы проигрываем, такое ощущение. Терминатор хренов. Давай, 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 наконец-то, наконец-то, наконец-то. Я принимал дамаг, молодец, хоплайт, выскочил, блин, и убил или не убил, продамажил неплохо. Так, давайте возьмем сейчас Ямабуши опять на огнеметах. А прикиньте прикол, что на самом деле, оказывается, мы проигрывали из-за того, что я брал терминатора этого. И мы, соответственно, проседали по маньякам. Ну давай, давай, давай. Напоминаю, физщит полностью блокирует огнемет. Огнемет как плазма. Отлично, сгорел нафиг. То есть урона по площади нет. Сначала вы должны сломать огнемет. Ой, щит. Да-да-да, я обнаглел. А как еще играет на огнеметах? Только наглеть. Да-да-да. Давай. По тебе еще поработаем. Давай-давай-давай-давай-давай. Привет, братин, ты это видел? Ты это видел? Ничего не понимаю, но очень красиво. Охренеть. Рывок, 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 рывок. Они все горят. Как свечи, как спички. Это так. На самурая не играл, да, не показывал. Кто стрим не смотрит. Смотрите, какая у меня супер-мега сборка есть. Так, занимаем высокую позицию на ней. Уходим в инвиз и долбим. Это мы не стреляем, мы долбим прям. Вдалбливаем кучу дамага. Выбираем, кого еще убить. Всех убили. Всех убили. Один хочет приземлиться. Братюни, не рекомендую тебе приземляться. Он взял шиноби. Шимора взял он. Работаем по корпусу. Что-то немножко лагает. Купи себе нормальный интернет, блин. Дергунчик. Дерг, 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 дерг. У меня вот с интернетом все в порядке. У меня, видите, нету всяких там знакучков, что плохой интернет. Все отлично у меня. На 2G играет, блин, а. Все, мы победили. Почему-то сейчас моя команда была прям сильная, пресильная, пресильная. Так, давай нам итоговую табличку. Так, быстрей. Так, Леонардо получил звездячек от Вьетнама, да. Я на втором месте. Так, а этот Квантун Хрентун даже миллиона не набил. Полетели в следующий бой. Взял терминатора. Давайте захватим маячок и потихоньку пойдем. Терминатор и пушки у него, откровенно скажем, фуфло. Я раньше их использовал, ну, когда был совсем-совсем-совсем новичком. Не было у меня голды, чтобы купить дробовики, и у меня был, ну, основная моя сборка была Хантер. Два тяжелых дробовика и два легких пулеметика. И я уже понимал с самого начала, что это тащит, и до этого были всякие другие у меня роботы, и я вот именно остановился на тяжелых дробовиках и легких пулеметах 400 метров. И качал их, качал, качал их, потом, соответственно, на Хантера, потом кто-то еще поставил, в общем, я не распылялся. Качал дешевое и мощное. Потом, соответственно, ну, голда появилась, там начал дробовики легкие уже качать. Так, давай. Тра-та-та ему делаем. Терминатор. Payback называется робот, однако. Что-то название он так не сказал. Ну, кто-то заинтересуется и купит эту шляпу. Блин, ну на пули... Если вы и будете покупать Payback, или там в сундуках вам, возможно, выпадет, вы будете думать, качать, не качать, вот в чем вопрос. Но только не на пулеметах, я вас умоляю. Я показываю терминатора, то есть, ну на чем терминатор? На пулеметах. Мне что-то похоже на терминатора. Вот, соответственно, чтобы поприкалываться, вот, так скажем, сделал. Робота внешне похожего на терминатора и, соответственно, пулеметики. Но шляпа пулеметики. Как временной мером можно, а так, чтобы на постояночку, не-не-не. Ну, фигня вообще, урон никакущий, а. Возможно, Payback бы и был бы прикольным роботом, но не на этом вооружении, точно. Так, смог, иди их всех убей. Враги в этом бою очень слабые, к сожалению. Я такие бои не люблю. Я люблю, когда примерно силы врагов, ну, ваши силы и врагов сравнимы. Забираем третий маячок.
Давай, давай. Где вы все там эти? Злыдни, злыдни нет. Бам-бам-бам-бам-бам. Потихонечку. У меня у смоука модуль стоит не ускорение, не увеличение дальности стрельбы, а ускорение перезарядочки. Давайте, короче, в темпе вальса. 5 слотов активируем и нафиг всех выносим. Спать, спать. Где еще? Кто хочет спать? Спать-то понятно, они не хотят, но будут. Бесплатный сон раздаем. Снотворное. Так, накидываем. Уходим от огня. Энергобарьер у смока очень быстро восстанавливающийся, но очень маленький по емкости. То есть получить можно, ну, немножко дамажки, потом резко убегать. Но благо для у смока скорость хорошая, способность имеется, ускорение. И вот, соответственно, нужно это все дело реализовывать. Так, активируем слоты вооружения все. И начинаем массовое истребление красных. Ой, тихо-тихо. Хорошо, что он лопнул. Так, маячок уже не будем захватывать. Просто всех нафиг убиваем. Так, далековато будет. А здесь само то. Зал пошел, в сторону убегаем. Молоко попал ты, братюня. Молоко. Творог, молоко. Раньше у нас под окнами орали торгаши. Молоко, творог, молоко. Продавали. Фермеры. Приезжали на машинки. И продавали. Я сначала нифига не мог понять, кто там кричит под окном. Может, полицию вызывать или что, кому-то плохо. Потом, слушаю, молоко, творог. Я думаю, что это такое, такое-то. Что это? Как ни с того ни с сего какие-то крики, молоко и творог. Это что, игра какая-то, не знаю. Оказалось, просто на всего денежки зарабатывают люди. Так, берем яму на плазме. И тоже будем всех нафиг прошивать. Полетели, полетели. Чё такие слабые враги-то, а? Так. Настройки графики у меня стоят максимальные. 60 FPS. И FPS вы можете добирать в нижнем левом углу. По-моему, он, ну, если проседает, то на чуть-чуть у меня. Давай. Давай, 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 давай. Накидывай, накидывай, накидывай. Какой-то тир нафиг, а? Что-то так долго остатки робота летят. Очень долго. Так, ты тоже идешь спать. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так, кто следующий спать? Бизончик. Здравствуйте. Давай, стреляй по мне. Ну стреляй, ну стреляй. Все, промазал. Эх, промазал. Не судьба. Ну, в следующий раз тебе повезет. Так. Вы тоже, да, злые? Злыдни. Убегаем. Попробуй попади по мне. Не попал. Так, а ты заливаешь. Да тоже терминатор, что ли? Ну, ты терминатор, а. Так, давайте посмотрим итоговую табличку. Ну, и вы поняли, да? Оставляйте комментарии, ID, платформа, версия игры. И участвуйте в раздаче. Так, в чем тут настреляли в скучном бою? Бою почти 3 ляма. На этом все, друзья. Пока.